машина. Понятно, ты превышаешь свою должность, от меня. Влази, ты превышаете должность, уроды, а? Полиция приехала туда-сюда, Мария. Да. Ну, говорят, водительское удостоверение. Но у меня нет ничего вообще. Я вообще просто даже за машиной не была. Да вы вас на видео снимали, ради как Бога. Вы ехали. Ради как Бога. Как вы из-за руля вылезли. Ради Бога. Все, дальше что? Водительское удостоверение ваше. Документы. Нету, все, нету. Ну, пойдемте в машину присаживайтесь. Не пойду. Куда? Как-то не пойдете. Ну, вы так. С сотрудником полиции разговариваете, во-первых. Еще. В машину присаживайтесь, не патрульную. Пойду. Зачем управлять транспортным средством без документов? А кто увидел, что я транспорт средством? Пойдемте, я вам покажу видеозапись, как управлять транспортным средством. Себе покажите. Документы ваши, пожалуйста. Нет. Значит, пойдем. Составляем отдел полиции. А с чего? Как с чего? С какого перепуга? Во-первых, личность вашу устанавливают, которая вы не представляете. Автомобилем чем вы управляете? Своим. Своим? Да. А как вы можете на него подтвердить? Какая вам разница? Здесь на регистрации паспорт хотя бы свой покажите. Свой паспорт? Чтобы вы у меня его забрали. Мы вам его вернем. Да вы не вернете. Я что, первый раз? Давайте решим этот вопрос. Вы согласны пройти со своими с людьми учреждения? Допрос идет у нас. Нет. Отказываетесь пройти? Да можно просто перестать в сторону. Куда ты звонишь? Тут все. На каком основании забирать меня машину? Я вам уже объяснил. На каком? На каком? Я вам уже объяснил. Машин, я вам документы предоставил. В чем дело-то дальше? Подойдите от моей машины. От машины, от моей машины. Машины. Почему посторонний человек? Еще раз говорю, выйдите из машинки, выйдите. Из машинки выйдите, я вам еще раз говорю. Сейчас будет согласно закону о полиции применена физическая сила. И вы будете доставлены в отдел полиции. Хорошо это давайте, осознаете? Давайте, хорошо, доставлю. Вы это хорошо осознаете? Открой машинку. Давайте на кухню. Проходите. Вы что превышаете должность? Вылазите из машины. Не трогайте меня. Из машинки вылазите. Вы что, что ли, вообще? Вы что превышаете должность, я сказала? Вылазите ее, грузите. Ты выключи свою камеру. Что делать? Ну-ка, в отдел ее. Порча имущества. Я тоже в отдел. Вылазит. Дай вылазить, дом 2. Дайте вещи мои! Путь падает! Вещи мне отдайте! Вещи мне отдайте! Откройте мне, прокисни там все! Чего снимаешь-то? Руки заберите. Ой, тише, тише.